Так, я сейчас напишу в комментариях, у нас сайт есть. Школа Skyeng для взрослых — это по английскому языку, а SkySmart — это для детей, вот, кто обучается до 11 класса. Вот. Все, отправила скриншот. Там все, со всей информацией можно будет на сайте ознакомиться. Преподаватели тоже сами выбираете, кстати. Вдруг этот не понравился, можете другого себе выбрать. Можете заморозить занятия, перенести. Всегда вот как вам удобно. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Амина. Я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне пару минут. Ой, пока онлайн-школа не интересует. Спасибо вам большое. Добрый день. Я вас слушаю. Добрый день. Я вас слушаю. Добрый день. Да, говорите. Здравствуйте, меня зовут Амина, я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне пару минут. Перезвон. Добрый день. Алло. Здравствуйте, меня зовут Амина, я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне. Здравствуйте, меня интересует, спасибо. Они интересуют, потому что уже занимаетесь. Все равно мы перезвоним. Извиняюсь, конечно. После звука. 3 минуты осталось поработать. Звонок. Перезвон. Ахалай-махалай, к нам клиентов привлекай. Давай. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Амина, я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне пару минут. Вы, кажется, хотите, но у меня последний урок, я пошел в ветер. Извините, вас плохо слышно, можете повторить? Скажите мне потом, когда-нибудь потом. Хорошо, я вас поняла. Угу, хорошо, хорошего дня вам. Давай. И вам хорошего дня. Перезвонить потом. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Амина. Я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне пару минут. Ведьма я, эхо, ведьма я. Такая вот нелегкая судьба моя. Алло. Добрый день. Алло, здравствуйте. Меня зовут Амина. Я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне пару минут. Такая красивая. Такая красивая, от такой красивой трубки не берут. Спасибо, конечно. Добрый день. Сколько зарабатываешь? На жизнь хватает. Звонок. Перед...
Добрый день. Алло, здравствуйте. Меня зовут Амина. Я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите мне, пожалуйста, пару минут. Вытащи хер изо рта и повтори. Или оставьте сообщение. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Амина, я звоню вам из онлайн-школы для детей и взрослых. Уделите, пожалуйста, мне пару минут. Какой школы? Онлайн-школа для детей и взрослых. Детей нет, взрослых тоже. Я поняла. Вас подскажите, а вам есть 18 лет? Какая школа, какое направление? Смотрите, у нас есть направление по английскому языку, это мы для взрослых приглашаем, а для детей школьная, дошкольная программа, также программирование. Вы звоните моей бабушке, которой 70 лет, ей, по-моему, не нужна ни дошкольная, ни школьная программа, и английский тоже. Угу. Я поняла вас. У нас, смотрите, больше 100 тысяч учеников, и, возможно, кто-то из них оставил номер телефона, а кто именно, к сожалению, этой информацией я не обладаю. Хорошо. У нас также для вашей семьи есть персональное на персональное занятие приглашение. Нет, спасибо большое. В любом случае, хорошего дня вам. До свидания. И вам. Так, что мы здесь поставим? Вот так вот поставлю. Пока, у меня обед. Все, я отработала. В смысле, можно у тебя переночевать? Здрасте, приехали. Короче, всем самбятн. Самбятн по-калмыцки пока. У меня перерыв. После перерыва я снова выйду. Будем звонить дальше. Будем учиться, будем практиковаться. Я не думаю, что я сейчас захочу свой обед потратить на то, чтобы с кем-то переписываться в личном сообщении. Ты не видишь, я досталась уже мне болтать. Поэтому никаких личных сообщений. И вообще, хотя бы поинтересовались. Может, у меня мужик есть, прежде чем мне писать.